Всем привет! Сегодня хочу рассказать о изготовлении нового мотоприцепа. Делается он из двух, из одного кофра старого. Его распилили пополам и удлинили. Получилась вот такая вот коробочка. То есть с виду это похож на обычный, обыкновенный чемодан с ручкой. Ручка сделана для того, чтобы его можно было отцеплять от мотоцикла и за ручку перевозить, как просто обычный чемодан. Присутствует также замочек. Все это открывается. Внутри сделан алюминиевый каркас снизу и верхней части крышки и крышки. И все это оплено пенопластом. Получается достаточно такая жесткая конструкция. Но она будет еще жестче, потому что она пока не доделана. Все это обтягивается бумагой, которая называется мешковина. Получается очень такой достаточно крепкий корпус. Делается все это на клее ПВА. Сбоку сделана декоративная алюминиевая панелька. К этому корпусу будет снизу прикрепляться рама. Тут будет отверстие, куда будет вставляться колесо. Естественно, внутри установится крыло, полностью закрывающее это колесо, чтобы грязь не летела в прицеп. Вот снизу сверху уже вот все обклеено. Но вот будет все обклеиваться еще изнутри. И снаружи еще один слой бумаги. Это мы обклеим. Мешковина берется, рвется вот на такие вот кусочки маленькие, для того чтобы было удобно приклеивать, чтобы не было пузырей, и лучше обязательно ее не стричь, а рвать, тогда будет поверхность более ровной. Раньше мешковину можно было найти в бумажных мешках, а они такие многослойные. Но сейчас с этим сложнее. Вот пришлось покупать такие вот пакеты лобби. И вот ими мы ее обклеиваем. Такая система обклейки ПВА и бумаги мешковины. Это, в принципе, давно забытый способ, и он дает очень такую хорошую прочную конструкцию. Делается это. Сейчас покажу, как.
надо было подготовить заранее. Это, в принципе, элементарно просто, достаточно быстро. Берется клей, намазывается на поверхность, приклеивается. Сверху также пропитывается. Таким образом проклеивается вся, весь короб. Почему я решил обклеивать не стеклотканью, а именно вот этой бумагой, клей ПВА? Потому что он дает, в принципе, такую же крепкую конструкцию, но, конечно, не совсем. Но результат получается неплохой. Просто стеклоткань, если дома клеить, тут будет много волокон. Все это как бы не очень удобно и хорошо. А если делать в гараже, то нужна температура для смолы не ниже 20-25 градусов. Вот таким образом мы изготовим полностью весь прицеп. Решил сделать прицеп закрытого типа, для того, чтобы можно было положить вещи, и чтобы не бояться, что там что-то промокнет, что-то испачкается. Хотя прицеп открытый намного практичнее, тогда можно больше объем положить вещей. Но, в принципе, этот по размеру получается тоже не маленький. Он в ширину где-то 40 сантиметров, в длину, то есть до колеса 70, и еще вот это пространство. Ну и высота кофра тоже там где-то 46 сантиметров, не знаю, не помню. Ну, пробуем, делаем, посмотрим, что выйдет. Таких прицепов купить, я думаю, возможности нет нигде. Китайцы такие еще пока не начали делать, хотя, может быть, года через два будут лепить эти вещи. Им какая разница, маленький кофр делать или большой. Приделывают раму с колесом, те прицеп получился. Но по себестоимости, конечно, получается дороговато. Потому что сходить в магазин, купить каждую железку, это стоит немалых денег. То, что можно было найти на свалке в металлоломе, сейчас с этим